Итак, ну что ж, всем привет, с вами снова Михаил, мы продолжаем проходить игру Spider-Man Web of Shadows. Паутина теней, Человек-паук, паутина теней. И, в общем, так, продолжаем собирать жетончики, у нас 29 осталось на новом уровне. Так, нам же теперь будет какой-то там три каравана сопроводить. Так же, как и до этого, в общем-то, да? Ну поехали. Ты куда? А, ну давай что ли. Как тебя? Боже, интересно, когда приземлиться. Так, а вот они что ли. Теперь начать БТ расчищать. А, теперь зачастил убегающих граждан. Не волнуйтесь. Разберем. Ох ты, нифига себе. Ладно. Помогу, разберусь. Хотя. Так, живы. Не трогай его с полицейского. Все. Шли захвачен. Так, залезайте. Все нормально, так, давай, полицейские, давайте. Давайте. Все что ли? Так, давайте-ка. Ищите. Да, нехило. Ладно, извините. Надо помочь все-таки этому каравану доехать. Или все уже? Он оставит. Да идите спокойно. Куда он поехал-то? Трем караванам. Или одному каравану нужно помочь этому. Сейчас погоди-ка. Жетончик соберу. Ага. Черт, осторожно. Вот я, тихо-тихо-тихо. Так, вы там помочь ли здесь? Я очень не понимаю. Так, куда он поехал-то? Так, что же там, погоди. Надо, видимо, за ним следовать еще. А, здесь вот сюда. Граждан защищать. Да, здесь все, по-моему, уже. Ладно, разберемся-ка с этими. Вот. Ох, прикольно, прям кажется, я им как раз воспользовался тем, который прокачал. Так, где они? Еще раз. И нет. Да блин, что-то. Вообще нагле. Нести убегающих граждан. Во, вот он, как раз приемчик. Так, кажется, нормально, да? 20 человек пасти нужно. 8 мы. Так, бегите, бегите. Один полицейский, блин, мертв уже. Пиздец. Все что ли? Так. Давай третий. Караван собирать. Горожан. Так, куда это? Так, хватит уже не бегать-то. Остался, смотрите. Прям как еле сейчас будем сбивать их. Так, вижу еще один. Так, тихо. Отлично. Так, вот у нас ехал-то. Ха, прикольно прям, конечно. Как я футбол бит этот играть. В общем. Боулинг. Сбивать этих. Так, вот еще один БТР.
Так, кого-то сейчас спасать должен, да? Так, давайте, друзья, Да, в общем-то, Человек-паук в зомби-апокалипсисе прям какому-то. Похож больше. Только здесь вместо зомби с симбионта. Во! Офигенский прием. Вот он. Да, круто, конечно. Издалека можете их мочить. Блин, черт вы... Штончик собрали. Так, давай защищать нужно, да, их. Чё, полицейского сволочь убили. Один по своему утерян. Пиздец. Бегите, бегите быстрее. Пока сегментов нету больше. Кажется, все. О, блин, чуть приперли. Все, что ли? Все, что ли, блин? Да. Тихо, тихо. Так, че, все, что ли? Запись так. И че? Там что-то после кого-то. Тихо, тихо. Да, пусти ты ее. А, вот кого спасти там. Тихо, звони, беги, беги. Так, давай, беги. От этих гадов. Давай, давай, все. Уходи, уходи. Ну, заходи в БТР, что ли. О, отлично. Все, кажется. Так, все, кажется, да? Отлично. В общем, посыпаем всегда таким образом. Хотя точно помечается, так и помечается этим светом. Хотя, в общем, не все смогли спасти, но ладно, более-менее так-то большинство удалось. Так, тебе можно поехать? Не волнуйся, в общем. Чё? Так, куда-то поехал-то? Куда-то ещё, что ли? По-моему, конечно, нужно вообще-то... Чё там? Ну, ты... это... Черкал, помочь уже. Что-то вообще не понимаю, куда он едет. По-моему, у нас вообще нету стона. А, блин, на кому-то, видимо, маршрут только вот специально едет, что ли. Назначенному ему. Так и есть. Видимо, еще кого-то спасти нужно, что ли. Или нет? Ага, так и есть. Ах ты! Черт, чё эти прибежали? Так, осталось еще спасти, сука, человек. Так, вместе завершена помощь людям, один. Отлично. Давай, езжай. Дальше езжай. Кажется, их спасли. Да, живочки. Ух ты. Так, отлично, по-моему, всех спасли, да? Давай-ка тебе... на груз это залезу, блин. О. Во, спасибо. Прощайте, друзья. Только что, видимо, все равно, видимо, еще кого-то не спас, наверное, да? И нет. Так, нет, больше маршрута нету. Так, видимо, больше нет ничего. Жители опасности где? Он куда дальше поехал? У нас еще опасности, что ли? Так, Омрика, жетончик, жетончик, давай-ка... Я пока пойду за жетончик, извини.
Так, ох, ты еще один жетончик. А, отлично. Так, у нас это оторвался. Куда он там уехал-то? Вот он. Жители, безопасное место. Так, где он? Житель-то. Чё они там? Давай, давай сюда. Да, так, беги, беги. Держись. Вот сюда тебя доставим. Все. Так. А куда дальше-то? Хотя, в общем, наверное, все, может, нам как раз туда и нужно направляться-то. Они сами там разберутся уже. Так, ладно, направляемся-ка. Не за БТРом, не за БТРом уже, а он туда, в общем. К нам показывает желтый значок. Эту миссию мы уже таким образом выполнили. Так, снова поговорить с черной вдовой. Так, происхождение черной вдовы. Спасти зараженных, это обычно, наверное, дополнительные миссии. He claims he needs items that are in Fisk's possession. Well, I claim he's just a pain in the butt. Regardless, we are picking up stakes and moving. Go inform Fisk. You want me to go to the Kingpin himself and do what now? Shield is going to commandeer Fisk Tower. I would like to do so quickly and with minimal bloodshed. No bloodshed would be nice. Hence your mission to speak with Fisk. Okay, no problem. I'll just file the papers and get my name changed to the Amazing Spider Diplomat. Это спайдер-дипломат. Так, ладно, еще раз возьмем такие миссии. Сталинград. I don't know anything about Stalingrad. I am going now, as I said, I have things to do. Spider-Man, you have had some success separating these symbiotes from... I did that earlier, too. Well, you must continue. Now, more than ever. I'll try. Все. Так, против Кингпина. Миссия активирована. Ну, ладно, проблемимся. Хотя можно там закончить эту серию так-то. Ох, да еще, блин, эти ули появились. Ладно, в общем, это мы на месте. Пока что закончим 15-ю серию прохождения игры Spider-Man Web of Shadows. Увидимся, я думаю, в следующей серии. Но это пока что все. С вами был Михаил. Всем удачи. До скорой встречи и всем пока.